Ежегодный фестиваль Видновского станичного казачьего общества начался с молебна. Священник Дмитрий Довбыш благословил участников мероприятия. Гостей собралось немало, люди приходили целыми семьями. Хорошему настроению благоволила солнечная погода. Второй раз мы проводим это мероприятие, и я надеюсь, это станет уже традицией здесь собираться. Тем более, что, как правило, эти мероприятия мы проводим в преддверии Дня пограничника, а казаки, как вы знаете, всегда охраняли границы государства российского. В программе открытого молодежного фестиваля казачьей культуры тематические забавы и игры, мастер-классы, катание на лошадях. Каждый желающий мог почувствовать себя настоящим казаком, например, научиться обращаться с шашкой или взять в руки пистолет. Мы представили сегодня небольшую выставку стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны. Также сделали некоторые интерактивы по разборке и сборке автомата Калашникова для всех желающих. Ну, естественно, в основном на детей направленных, но почему-то взрослые тоже очень так это интересуются этим моментом. И сегодня у нас впервые лазерный тир. То есть можно всем желающим из пистолета Макарова пострелять по лазерным мишенькам. А рядом выставка-продажа мастеров народного промысла. Это керамика на гончарном круге сделана. Это изразцы. Ну, как вот в 18 веке делали. Так вот, сейчас ребята возродили эту такую традицию, делают. На сцене для гостей фестиваля выступали артисты. Пели народные песни, поднимали настроение, зрители им подпевали, а некоторые даже пускались в пляс. Интересно, необычно. Спасибо за такие праздники. Казачья культура – это очень масштаб. Во-первых, это патриотично. Сейчас в наше время это очень важно. А у меня ансамбль народного танца, поэтому мы с удовольствием пришли посмотреть и окунуться в эту атмосферу. Очень здорово. Особенно вот когда машут шашкой вот так. Вообще замечательный праздник. Спасибо. Спасибо казачьему обществу за такой организованный прекрасный праздник. Казаки славятся своим гостеприимством и хлебосольством. Всех гостей организаторы казачьей вольницы угощали фирменным кулешом. Этнический праздник продлился до вечера. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.